Дженнифер Лопес уже давно развелась со своим супругом Марком Энтони. Но о том, как она переживала бракоразводный процесс, певица решилась рассказать только сейчас. «Мы привыкли видеть наших кумиров звездными, сильными, но что у них творится внутри? Нам удастся узнать только из редких откровенных интервью. Я очень тяжело переживала из-за развода, потому что для меня семья — это все, это самое святое. Я не хотела быть в числе тех женщин, которые впадают в глубокую депрессию и не встают с кровати по несколько месяцев, заедая стресс. Я позволила себе ненадолго выпасть из своего обычного состояния, потому что знала, что надо двигаться дальше. Надо было просто проанализировать, что я сделала не так или, может быть, говорила что-то не то. Я решила, что все, что не делается, все к лучшему. И благодаря такому опыту, думаю, я смогла стать только лучше. Теперь в моей жизни есть человек, который принимает меня и мою семью. Теперь я верю в сказки сильнее, чем когда-либо. Я верю, в жили они долго и счастливо». Действительно, хочется отдать должное выносливости Дженнифер Лопес. Ну и пожелать ей только счастья.